Динамо жамасы баш мурабийиси Вадим Карелевич Абрамович, трагедиатлар. Пожалуйста, обыграйте. Ну, я думаю, что равная игра была. Ну, не знаю, по большому счету, конечно, Насов – это команда премьер-лиги. Мы как бы команда первая, про-лиги там. Ну, на сегодняшний момент на этой игре, я думаю, большую разницу я не заметил, но команда Насов, конечно, классом выше, безусловно, имеет опыт. Наши ребята сыграли не лучший свой матч, некоторые ребята. Ну, надо поблагодарить болельщиков наших, которые приехали сегодня болеть. Надеюсь, что им было не стыдно за нас. Ну, еще раз я же поздравляю команду Насов с заслуженной победой и желаем удачи в Кубке, в финале. Хорошие команды создавали. Поздравляем. Команда вернулась в Суперлигу. Да, спасибо, да. Спасибо. Да, вышли мы в Премьер-лигу и вот сейчас будем готовиться, чтобы достойно выступать, представлять такой город, как Самарканд. Хорошие легионеры вы подбирали, да? Ну, надеюсь, неплохие. Я думаю, что неплохие. Савалев вам, пожалуйста, Ахамат. А вот, можно поздравить вас с хорошей игрой, и самаркандцы могут гордиться с этой командой, достойно сражались. И появился вопрос, что будет в следующем сезоне с командой. В прошлом сезоне тоже при Хаким Фузаев команда вышла в высшей лиге, потом все уходили из тренеров с футболистами. И сейчас тоже появился вопрос, что будет с командой. Вы остаетесь, основные главные игроки остаются в команде? Ну, надеюсь, думаю, что сохраним мы эту команду и добавим, точно добавим, надо добавить кое-кого. Усилимся и будем представлять команду в Пролиге, надеюсь, достойно будет. В Премьер-лиге, да. Премьер-лиге, Суперлиге, я не знаю, как это называется, но будем стараться играть так, чтобы не было стыдно нашим болельщикам за нас. Кибисаволь, Мархамат. Финал, кем ютарды посовлесис? Ну, не знаю, выиграет сильнейший, я думаю, кто будет лучше готов на тот момент, потому что дата, когда будет игра, не знают? 12 ноября будет? А? Ну, еще от погоды зависит, какая погода будет, так что время есть. Победит сильнейший, я думаю. Ну, Насов имеет преимущество, потому что дома играет все-таки при своих болельщиках. Сегодня в пабликах появилась фотография, ваша фотография Бабаян, Касимов и Бердиев. И написали, что Абрамов вернулся в топ. Да. И сражается с такими тренерами, как Бердиевым. Как вы думаете, вы можете считать, что вы тоже вернули к высшему уровню, как тренер? Ну, так рассчитают, спасибо, я не знаю. Ну, наверное, я бог его знает. Там представлен, наверное, тренера, который в свое время тренировали сборную Узбекистана. Да. Ну. Ну, я надеюсь, что, как вы считаете, это не мне судить, это вам судить. Какая там топ, не топ. Каждый делает свою работу. Мы сегодня достойно, надеюсь, выступили. И на этом турнире не просто так мы пришли в полуфинал. Я думаю, что сегодня мы доказали, потому что я там читал, что сегодня Насов как бы безоговорочно победит. Один специалист об этом говорил. Ну, надеюсь, что как бы хотелось, чтобы... Да, поэтому... Спасибо. Да, рахмат. Да нет, я думаю, ну, он хороший молодой парень, подающий надежды футболист. Я думаю, с опытом придет это. Не каждый день он играет против команды такой, как Насов. Он и с Пахтакором должен был забивать. Там проще было не забить, чем забить, но он умудрился не забить. Но это такая... Тенденция есть. Будем надеяться, что на следующий год у него прорвет, и он будет забивать такие мячи. Коллеги, вот после игры у Коджи Джоя, у нас бомбардира, слезы были. Он это чего-то означает? Ну, безусловно, конечно, каждый из нас хотел попасть в финал. Это же исторический такой момент. Ну, парень отдается и борьбе. Поэтому это нормально, это радует, что люди не, ну, переживают. Таких ребят надо побольше, и будет нормально, когда футбол будет хороший. Хакам Келикурамия, ВАР бе вазетра болды, пособлесу? Ну, ВАР сегодня как бы не включался, а вот в пролиге у нас ВАРа не было. И из-за этого у нас мы много очки потеряли, если вы помните, да. Поэтому, конечно, ВАР, ну, сегодня нормально судили, вроде не задерживали игру там. Так, вроде нормально, не знаю. Одатта Насов, Хмой, Йота, Олан, Инжамора, Исаш, Тафиналады, ну, сложно сказать сейчас, я не знаю. Это
Все равно это в будущее надо заглядывать. Сейчас сложно это комментировать, поэтому давайте подождем. На следующий год будем говорить, что. Потому что все меняется в футболе очень быстро. Нет, все еще игре вы думали о защитном футболе. О защитном футболе? Да. Да нет, каждая команда должна уметь и защищаться, и атаковать. Мы строили игру, исходя из соперника. Мы знаем, что Насаф может хорошо открываться за спину, и фланги у них хорошо работают. Поэтому мы старались фланги закрыть, и они любят играть на контратаке. Мы поэтому играли так, чтобы усложнить им жизнь. Аль-Сад не учел это и получил 3. Поэтому. Я еще раз поздравляю с встречей Суперлиги. Честно говоря, это с нами играть с Динамо приятно, честно говоря. Да, не два мира. Ну, мы вроде соседи, да. Но всегда получается красивее. Да. Моя игра. Ну, отлично. Зрелищная игра, да. Получается. Ну, дерби своеобразно. Да, спасибо. Это за Суперлиги. Это, все болельщики, это, наверное, довольны от вас, чтобы это продолжилось долго. Рахмат, спасибо когда за пожелание. Когда тракторы работали, тогда тоже интересная игра была. Ну да, с Насафом, да, мы часто это усложняли им жизнь, да, поэтому, ну что, это футбол, будем стараться, чтобы болельщикам нравился футбол. Мы старались сегодня, время не тянули, правильно, да? Вроде играли в футбол, ну так и живем. Мы говорим, это Самарканд без Суперлиги, как это? Ну, безусловно, такой, да. Такой город должен, да, представлять. Весь мир знает, да, Самарканд. Да. Безусловно. А команда, без Суперлиги, это как-то... Спасибо за добрые пожелания. Да, будем стараться не погладить. Рахмат.